В этом году в борьбу за Кубок области включились 8 команд. Сильные сборные, опытные игроки, но от того, как они себя будут вести на поле в течение ближайших месяцев, зависит окончательный итог состязания и судьба почетного трофея. В финале встретятся достойные, пока же проходят встречи за выход в полуфинал Кубка. На юге области претендентов на путевку туда двое – ФК «Кандалакша» и «Кулатам». 25 мая прошла первая домашняя игра. Наши футболисты принимали на стадионе «Локомотив» соперников из «Полярных зорь». Раскачиваться было некогда, сборные довольно быстро оценили возможности друг друга. Первый тайм отыграли по нолям, а вот после перерыва началось самое интересное. ФК «Кандалакша» порадовал болельщиков хорошими атаками. Первый мяч в ворота «Кулатама» отправил Дмитрий Николаев. Минут через 15 после этого закрепить результат удалось Денису Зубову. Не оставил шансов соперникам Илья Виноградов. За пару мгновений до финального свистка он отправил в ворота «Кулатама» еще один мяч. 3-0. Трибуны ликуют. В следующую среду, 1 июня, состоится вторая игра за выход в полуфинал Кубка области по футболу. «Кандалакши» проведут ее на выезде в «Полярных зорях». Чуть раньше состоится первая встреча чемпионата области с участием ФК «Кандалакша». Теперь у нас две игры в неделю. Вот по средам мы кубковые игры играем, по субботам играем игры чемпионата. Вот открытие и первая игра чемпионата состоится в субботу в 2 часа. Вот нам в гости приедет команда «Ковдора», «Горняк Ковдор». Итак, в эту субботу, 28 мая, в 14:00, стадион «Локомотив». ФК «Кандалакша» принимает «Ковдорский горняк». Болельщиков приглашают поддержать свою команду. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.